В эти минуты продолжаются переговоры России и Украины. Они проходят за закрытыми дверями в Гомельской области Белоруссии, недалеко от украинской границы на берегу Припяти. Напомню, время приезда представителей Киева несколько раз в течение ночи переносилось. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заверил, что Москва готова беседовать с представителями Киева столько, сколько потребуется для достижения договоренности.